Югре необходимо усилить контроль за соблюдением режима самоизоляции. Особенно это касается людей из группы риска. Такое предложение прозвучало на очередном заседании регионального оперштаба. Дело в том, что у югорчан из категории 65+, стали чаще фиксировать ковид. Так, например, если в июне заболевших было 5%, то сейчас этот показатель увеличился. Реже стали болеть ковидом дети. В общежитиях вузов и колледжей в Югре госпитализировали 13 студентов с коронавирусом.